По устному заявлению директора базы «Автомобилист» вчера нам позвонили и сказали, что есть такая ситуация по поводу несанкционированный выброс нечистот в заповедную зону. То есть, если мы видим, это левобрежье Святослава, и очень, очень большая вонь, и это всем некомфортно. И отдыхающие разъезжаются, и директор базы ну, как бы сказал, что это очень печально, потому что у нас курортная зона, у нас сливают стоки, кто куда хочет и как хочет. Мы вчера выезжали, отрабатывали, вчера ни одной машины мы вчера не нашли. Мы видели, что машины ездили, куда ездили, но никто никуда не сливал, они ездили централизованно, в луговое, в приемник сливали, как это, ну, как должно быть. Сегодня мы выехали в 7 часов утра, мы находились здесь, ну, чтобы понимать эту ситуацию, реальности или нереальности. Очень большой запах, очень сильный запах, очень страшная вонь, тем более ветер был северный, и если чувствуем, мы здесь тут тоже вонь, очень, очень сильно воняет. Мы выехали, мы увидели, что заезжает машина, прошли за машиной, зафиксировали все это на телефон, у нас есть видеосъемка, как это все сливалось, вызвали 102, вызвали экологов, соответственно, и вызвали вас для того, чтобы мы придали огласке эту ситуацию, которая находится в Рыбаковке. Потому что, ну, когда было в подчинении район госадминистрации, я так понимаю, что никому, ну, до этого не было. Тут кто как, что как. Но мы хотим навести здесь более-менее порядок и отрабатывать устное заявление. Тем более сейчас люди хотят приехать и дать пояснение, как свидетели, что действительно это продолжается уже, ну, не один год. Полиция составляет какой-то сейчас протокол? Да, полиция опрашивает, составляет протокол, они зафиксировали все, сейчас будет опрос свидетелей, как. Ну, и все видеоматериалы мы передаем, и вам передадим все видеоматериалы и фотоматериалы, та же и полиции. То, что это нечистоты, зафиксируют? Зафиксируют экологов, мы позвонили экологию, пригласили сюда, чтобы они выехали. Он на подъезде буквально минут 10-15 приедет, который даст точно, что в этой машине есть. Со слов водитель сказал, что это вода с бассейна. Но если мы тут стоим и слышим, какая здесь вонь сумасшедшая, я думаю, что это, ну, это не вода. Водитель сказал, с какой базы отдыха он это, ну, эти нечистоты возит? Черномор, которая сейчас база отдыха, Черномор, которая здесь, ну, есть один хозяин, Иван Фарионов. Документов. Сказали, что они вывозят эту воду с бассейна. Она как бы чистая вода, но мы возим, а остальное мы вывозим все централизованно, куда надо. Мы связались, мы еще вчера поднимали эту информацию с Доспред Черноморьем и заступником Штык Валерий Пантелеевич. Мы узнавали, поднимали информацию по поводу заключения договора на приемку жидких нечистот. Договор действительно есть, но ни одной ходки в этом году не сделано было. То есть, чтобы вы понимали, что база отдыха не заказывает. То есть, у них есть собственная машина, они в приемник не вывозят и не сливают. То есть, соответственно, куда они девают все свои нечистоты, если машина не приезжает в луговое, не сливает. База работает полным ходом, люди есть, столовая есть, куда это все выливается. Ни одной машины не зафиксировано. Есть журнал, который ведется на проходной, куда сливается. В луговом, да. Там записей нет. Если записей нет, и подтвердил же нам заступник директора Доспред Черноморья, что ни одной машины в этом году они не приняли. От базы отдыха Черномор.